Общежитие политеха, расположенное на улице Поэта Ноздрина, 13, представляет угрозу для жизни и здоровья жителей областного центра. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры, осмотрев заброшенное строение. В здании отсутствует система отопления, водоснабжения, канализации и нет освещения. Окна разбиты, и кто угодно может в бывшее общежитие попасть. Местные жители опасаются проходить мимо постройки. Здание принадлежит ФГПУ, но политех не эксплуатирует его с августа 2014-го. К лету 2018 года состояние конструкции грозит обрушением. В адрес вуза сотрудники надзорного ведомства вынесли представление об устранении нарушений требований закона. Руководство отчитывается, меры уже приняли. Окна законсервировали, двери закрыли, а социальным элементам не пройти. В настоящее время мы активно работаем по привлечению партнеров для реализации механизма частного государственного партнерства для использования здания и, возможно, земельного участка, который здесь располагается. Мы видим этот центр города, и поэтому мы очень надеемся, что у нас возникнет совместный инвестиционный проект с одним из застройщиков города, и часть будущего здания будет использована под студенческое общежитие и под нужды нашего университета.